вообще будем работать по отличительным, будет все у нас 36 участков, поэтому все намного проще, чем планировалось. В машине у каждого старшего есть открепительные на каждый участок, то есть по одному штуке будет давать. Так, единственное, только сейчас мы с вами присядем со своими пакетами все и поделим там на мальчиков и девочек, чтобы более подходило. Надержаю на 15, будет ли девочка, она будет членом комиссии, где она будет сидеть, еще не знаю, это потом по факту. На всех остальных 5 участках это будет председатель комиссии, он сидит, то есть в основном за отдельным столом, и рядом с ним сидит секретарь, у него стоит табличка, председатель, секретарь. То есть в основном везде найти вообще очень просто. Даже если что, подходить можно к председателю самому, он в курсе. Все, подходите, получается. Фразу говорите при подаче документов просто там «Здравствуйте». Просто говорите «Студенты ВПУ». Все, люди будут видеть много, там, то есть фотографию увидели. Какую-то вы фразу получили. Кучи вопросов у любого наблюдателя. Не будет никаких других отмазок, короче, просто единственная и одна. Это элементарно. Там если кто там задает вопрос, а почему вот он не совпадает? Ну как не совпадает? Ой, ну извините, перепутала, блин, это, наверное, мой сосед по комнате взял мое. Сейчас пойду с ним разберусь тупо. Забрали паспорт, забрали отступительное, ушли. Мы едем на Державина, потом на Юмашево, потом опять на Державина и на Пограничную. Державина это фуникулер, где общаги, там, мы там на солнце будем, ну, как-то там, ну, ходить по участкам, потому что машину нельзя свести. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, стоять. Показывайте ваши удостоверения. Ну что, вы платите? Да. Ну а что у вас есть? Права. Вот. Права мне ваши не нужны. Кто у вас? Открепительные. Открепительные. Ваш открепительный. Паспорт. Ваш открепительный. Прилипка. Нет. А фамилия-то не то. Как же тебе заголосовать? Чё все? Это, видимо, это самое, что сосед прихватил палец. Ну все, ты уже голосуешь. Да я сейчас схожу, разберусь, узнаю. Ну иди узнавай. Здесь вроде нет. Ага. Да. Ну да, она смотрит туда и туда, но там у нее бэджик, на нем Нина написано. Просто как бы женщина вроде, типа как начальница, у нее бэджик с именем Нина, и без всякой задней мысли подошли как бы. Thank you.
теперь. Ты почему будешь кабиночку составить, а потом это открепительный студент оставлять, это вас тоже. Хорошо. Вот